Во Франции продали скелет динозавра за 2 миллиона. Анонимный покупатель хочет исследовать останки животного и в свое время передать их музею. На торгах аукционного дома Агатс во Франции в понедельник, 4 июня, был продан скелет динозавра неизвестного ранее вида, пишет Интерфакс. Отмечается, что покупатель, пожелавший остаться неназванным, заплатил за него 2 миллиона евро. Почти полностью сохранившийся скелет был обнаружен в 2013 году в Вайоминге, США. Образец 9-метровой длины ростом в 2-5 метра представляет собой вид из семейства тераподов, к которому, в частности, относятся тираннозавры. По сравнению с изученными собратьями у него больше зубов, более крупный таз и особое строение черепа и плечевого пояса. Многие палеонтологи критиковали Агатс за организацию торгов, говоря о том, что они наносят невосполнимый ущерб науке. Аукционный дом в ответ заявил, что покупатель приобрел динозавра с целью исследования и обещает в свое время представить его общественности. Новый владелец ископаемого также сможет дать ему имя. Часть вырученных средств Агатс обещает передать двум благотворительным организациям, которые занимаются сохранением исчезающих видов. Ранее на аукционе Драуит в Париже ушли с молотка два скелета динозавров за более чем 1,4 миллиона евро. В США на аукционе продадут кости динозавров. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.